А итак, мы с вами идем дальше. Следующее, что я оставлю после менеджера паролей, это программа Punto Switcher. Она позволяет мгновенно переключать раскладку клавиатуры, если вы вдруг начали набирать фразу не на том языке. Вот. Для меня это большая проблема, когда забываешь переключить раскладку, начинаешь что-то писать и только потом понимаешь, что написал не на том языке. Поэтому обязательно нужно ставить такую программу, чтобы экономить свое время. Так, скачиваю ее с официального сайта punta.yandex.ru. Так, и запускаю. Так, здесь нажимаю «Установить». Убираю все, что связано с Яндексом. Далее. Так, опять же убираем. Так и запустить. Все с этого момента программа будет незаметно сидеть в трее, и если я, допустим, сейчас начну набирать какую-то фразу, вот, мне нужно написать на русском слово привет, а у меня стоит английская раскладка. Видите, да? Он мне автоматически переключает ее на русскую. То есть он понимает, что я начал писать не в той раскладке и сам автоматом переключает. Или наоборот, вот сейчас у меня стоит, соответственно, русская раскладка, я попробую написать что-нибудь на английском слово «milk». Видите, он не сразу автоматом переключает на английскую. Это очень удобно. Плюс, если вдруг программа начала изменять раскладку, а вам этого не нужно было, вы всегда можете нажать вот эту клавишу Pause Break, и она отменит свое действие. Иногда такое тоже требуется. На этом здесь все. Жду вас в следующем видео.